речи. Вот ты какой лувр. Все по-французски. Мы так очень долго будем ходить. Да, пошли. Часть коллекции появилась в основном при Наполеоне Первом. Потом висел создатель Великой Отечественной выставки. Понятно, что завоевание в Италии, в Египте собирал по всему миру коллекцию. Понятно. А он с той стороны будет. А тоже с той стороны снял. Да. Получается все эпоха Рима, как эллинизма, да? Как сказал Леша. До реставрации. Консервация. Thank you.
ничего там особенного. Возможно, это какая-то, судя по всему, зал посвящен французской, так сказать, королевской фамилии. Вероятно, утварь, так сказать, используемую в быту. Людовика 15-го. А почему их две не сказали? Почему их две не сказали? Которую я не знаю. А вот это корона. Шарлеман де. 1804 год. Медальон – это король Людовик XIV, который посередине. Нидерланды и Германия, 16 век.
синий птиц. Это богослужебные, судя по всему, утварь для богослужения. Ну это тоже похоже на что-то богослужебное. Да, чье-то творческое воображение создало причудливые узоры, этот оригинальный когда-то дизайн. Да. Может быть, и достать? Мне пока не будет.
Эстетика. Эстетика. Я сейчас сколько? Нам надо, наверное, уже идти на место встречи, которое изменить нельзя. Согласовывать наши планы дальше. Середина 19-го, да, идем. Сейчас выключаю камеру и догоняю. Иди. Я сейчас. Нулевой этаж, да? Так, не пора ли? Сейчас. Еще 10 минут. 10 минут.
Сейчас. Жемчужины. Пока выглядит как-то немножко убого. Так, как ты им другими представлял.
человек. Совершенно странно. Египтян. Интересно. Это обычная семья или семья какая-то особенная? Надо посчитать. Тысяча 500 лет до нашей эры. 18-я династия. Ну, да, Египет вообще сильно отличается от того, что... Просто Греция, ну, как-то нам еще знакома, потому что культура современная во многом связана с культурой Возрождения, которая во многом многое позаимствовала Греции. То вот непосредственно из Египта такого заимствования и копирования не было. О, смотри, опять как бы похожа девушка, которая является эталоном красоты в Египте. Вот, вот, да, примерно то, что... То есть, похоже, современная культура пытается брать пример, по крайней мере, современные девушки, многие пытаются брать пример с египетских каких-то красавиц. Кресло? Какая-то там династия. До нашей. Да. Какие красивые. Ну, 4000. 4000, если это 2000 год до нашей эры. А, ну да. В этом смысле, да. Да, ну здесь вот написано 1500. Сори. Рыба, ящерица, рыба, ящерица, рыба, ящерица, и так далее.
Да, вот это, пожалуй, действительно интересно. Интересная фигурка. Что она делает? Она плывет по озеру. Угу, по воде. По воде, да. И у нее, это, я не знаю, это блюдо такое в виде лебедя. Ну, видимо, да, это интересно. Что же это такое? Может, если посмотреть внутрь, она вот это вот снизу так вот поддерживает. Да, она не плывет на нем, да, как можно было бы подумать. Кажется. Да, размер ступни, ну, очень большой. Это что? Вот это как раз фаллический символ. Символ этой самой. А вот это вот не знаю. Вот это не похоже. Я, наверное, не прав, что я не снимаю надпись. Не так. 2000-1710 до нашей эры. Какие древности. Ты посмотри. Сегодня... Я решил вернуться к этой экспозиции, чтобы на всякий случай записать даты. Так, тут дат не вижу. Вот какая-то династия. Тут немного. 700-600 лет до нашей эры. Ну, в каком-то смысле немного. Тут. Не вижу. Тут, наверное, все примерно этой же даты. Да. Что-то. То ли лук со стрелами. Или музыка. Нет, это музыкальный инструмент. Угу. 18-я династия. 1550, 1500. Ну это вот 700 луз херб. 1200. Ну, то есть как-то. Ну да, да, сфинкс во многом похож на то, что был сделан в Египте. Вот эти в Египте, которые сейчас в Питере. У нас же на университетской набережной два сфинкса. Они из Египта вывезены. Единственное, что у них зачем-то на голове кто-то добавил каменные такие колпаки для неизвестной цели. Ну да, в принципе, все аналогично. Такие же письмена там у них иероглифические. Thank you.
вот это впечатляет уже. Ну, да. Да, египетские колонны. Ага, сейчас. Рамзес II. 1200, 1300, 1270, 1290 до Рождества Христова. Фрагменты. Да, сделали. Здесь символов настолько много, что, так сказать, содержание, оно преобладает над формой, можно сказать, подавляет формы такие невзрачные, блеклые, вот, и вся суть, ну, вся соль в содержании, что вот оно, символическая нагрузка, нагрузка смысловая большая. Где учат жестко держать видеокамеру руками без штатива. Иначе все дрожит, и ничего невозможно увидеть. Так, все хорошо. Третий. Это мало о чем говорит, что тут Тутмос III, хотя в гугле можно. Вот это ходу. Это достаточно древние. Древний памятник. Звезда Венеры даже изображена. Символ похож на звезду Венеры. Уж не знаю. Глаз. Ящерица. Ну да, это достаточно. Ну, этот символ. Вечной, вечной жизни, вечного возрождения или чего-то там в этом роде. Насколько мне известно. Так вот, тоже памятники 2000 лет до нашей эры. Вторая династия.
Ну, тоже примерно 2012-я династия. Удивительно. Что это? Ну хорошо, допустим. Вот памятник. Но это больше похоже даже не на иероглифы, а на самые настоящие рисунки. То есть они очень наглядны, но рисовать их тяжело. Не говоря уже о том, чтобы высекать на камне. Хотя на камне все тяжело, наверное. Вот это тоже интересно. Нет, не указано. Датировка не указана. Да. Говорю, конечно, да. Тут у нас третий. Ну, так подозреваю, не знаю. Еще надо в Google смотреть. Когда этот тут у нас третий жил? Подозреваю, судя по всему, где-то пару тысячелетий до нашей эры. Тут прям целый диск колонок. Где? Это за черный камень. 1200 лет до нашей эры. 19 династия. Вы сыр съедил. Сивис Амфисенко. Хорос. Двадцатая династия. Примерно тысячу лет до нашей эры. Фрагмент Рамсес II, 1200 лет до нашей эры, 19-я династия. Сот лет до нашей эры. Что за обелиск? Нужно углом надо смотреть.
это иероглифы. Снаружи, а внутри они есть, интересно. Не вижу, даже с ночным видением. Может и есть. Довольно большая древность. Да. Почти целиком сохранилось. Видимо, еще эта часть. Я понимаю, это везде мало что сохранилось. Они просто потом рисовали вот так. Возможно, что так все так и было. Что-то остановились сами. Удаление просто куска гранита внутри тоже. Сложная работа. Ну да, сложная. Сложная работа, говорю. У них там технологии обработки камня были для того времени. Очень даже. Просто потрясающе. Полезная информация, что это нос 1500 год до нашей эры примерно. То есть, получается, если греться, это преимущественно статуи, скульптура, грубо говоря, это преимущественно камни с иероглифами. Символика в камне. Что это? Безголовые люди. Вечно. Мифически. Птицы священные, вечные. Символ вечной жизни, три раза. Да. Да, наверное, конечно. Ну, смотрите, это будет очень скучно. 1600 лет до нашей эры. И тоже 1600. Вот оно.
скульптура, но она была какая-то такая. 300 лет до нашей эры. У египтян появляется скульптура. Она уже очень не похожа на греческую. Это если греки ближе к некому реализму, натурализму, то эти, то тут опять тяготеет какой-то символизм. Тут опять символ, какой-то смысл. Он полностью вытесняет, так сказать, содержание символическое полностью вытесняет форму. Ну, не полностью, но что главное, не форма, форма. Ну, не знаю, это лично моя личная интерпретация. Возможно, культурологи и историки с этим не согласятся. И вообще, это мое предположение только. Но, видимо, они считают, что главное – это смысл. Это символ, идея. Форма только отвлекается. Возможно, дело в этом. Я ошибся, как, ну, потому что я ошибся. Это было не просто скульптуры, это было не просто скульптура, это была скульптура. Вот это, так сказать, это без саркофаги. Это обсидан. Очень твердый гранит. Уже я точно тонкая роспись. Ну, ты видишь, что тут как бы свой отколот. Так, что со временем тут откололся. Я посмотрел, какая точность исполнения. Да. Вот это посмотри. Ну, как это можно сделать? Какой инструмент? Возможно. Несколько было в это время, несколько были медные инструменты. А, возможно, что они. Как можно медью, медью. Видишь, что медью, медью не обработали. Видишь, что свой отломан. Нет, это уже позже появилось. Это я понимаю, я понимаю. Но видишь, как он ровно откололся. Это все не является монолитом, судя по всему. Он сверху покрыт чем-то типа бетона. На бетоне они могли хоть тростью это все нарисовать. Сильно сомневаюсь. Ты знаешь, что большинство блоков. Очень интересно, это Кипр. Не Египет, не Греция, Кипр. То есть видно, что что-то тут своеобразное, что-то между. Да, самое удивительное. Понятно, это вот эта вот чаша. Не чаша, это глыба, что она, для чего она. Thank you.
котором куча замков прилеплена. Ассамблея, там ассамблея. Ну ладно, не важно. Такой был Лувр в средние века. Точнее, были его стены крепостные. В общем, вроде говорят, эти камешки, они прям из того самого Лувра. Ну, вот, например, камешек. Так, аккумулятор показывает, что 10 минут. Хронометр показывает, что 2 минуты осталось. Ладно. Последний вечер в Париже. Завтра утром вылет. Вот она. Вот Пьер Карантино. Витес отеля. А ничего, если приезжаю, мне очень... Ну, я не знаю, я с ними так на уровне. Bonjour, merci. Очень приятные люди. Главное, в душу к ним не лезть, и чтобы они к тебе в душу не лезли. А вот если захочется с ними душу, кому-нибудь из них душу излить, боюсь, будет некому. Потому что я думаю, что у них, как у всех европейцев, принцип, что я к тебе не лезу, и ты ко мне не лезь. Принцип правильный, хороший, но... Иногда хочется поговорить по душам. А им этого не надо. Это их право, но... Общаться с ними я не хочу, ну, так сказать, жить среди них было бы тяжело мне, наверное. Хорошо приехать в командировочку на 5 дней к ним. Вот это самое то. Ну, не знаю. Ладно, все. Завтра... С утра закрытие конференции, а потом в аэропорт. Пока, Париж.